Войнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. Войнефтекамск.рф. Сегодня у Ирины Усмановой ответственный и волнительный день. Она получает долгожданный красный диплом об окончании нефтекамского филиала БАЖ Госуниверситета. Мы наконец-то заканчиваем учебу. 5 лет студенческой жизни позади, и мы получили долгожданные дипломы, и теперь нас ждет взрослая жизнь. Мы очень рады, что нам посчастливилось обучаться именно в этом университете. Хотим пожелать нашему университету процветания и самых талантливых творческих инициативных студентов, которые будут прославлять наш университет и поднимать его на новый уровень. Не менее волнителен сегодняшний день еще для 475 специалистов как очной, так и заочной формы обучения, которые выпускаются из стен нефтекамского филиала БАЖГУ. 30 из них закончили высшее учебное заведение с отличием. В торжественной обстановке всем выпускникам были вручены дипломы. Дорогие выпускники, уважаемые преподаватели, уважаемые главы администрации и гости, мне очень приятно здесь видеть молодые, красивые, одухотворенные лица. Разрешите мне от имени почти 45-тысячного коллектива Башкирского государственного университета поздравить наших дорогих выпускников с окончанием нашего славного университета. Из 333 студентов дневного отделения, поступивших в 2008 году, лишь 245 смогли дойти до финала. За 5 лет обучения в университете каждый студент прослушал курс около 4000 часов аудиторных занятий. Этот выпуск действительно, наверное, примечателен не только потому, что он юбилейный, а потому, что уходят действительно очень сильные, хорошие ребята, наши звездочки. Радует то, что многие из них работают. Вообще можно сказать, наверное, что мы очень серьезно работаем над организацией трудоустройства, над содействием трудоустройства выпускников. У нас очень сильные связи с работодателями. Мы не просто с ними сотрудничаем, не просто приглашаем их на встречи или направляем на практику ребят. Мы их привлекаем к учебному процессу. Многие из них у нас читают лекции, участвуют в работе государственной аттестационной комиссии. И вот на сегодняшний день можно сказать, что уже до получения диплома где-то с начала 5-го курса, вот эти ребята, уже 30% ребят работают по специальности. Проводить выпускников во взрослую жизнь пришли руководители Башкирского государственного университета, а также представители администрации Нефтекамска, Агидели, Янаульского, Татышлинского, Калтасинского и Краснокамского районов. Хочу сказать, впереди вас ждут самостоятельные работы. Где бы вы ни работали, всегда старайтесь оправдать доверие своих родителей, прежде всего, и преподаватель своего университета. С гордостью, с честью носите по жизни звание выпускника Башкирского государственного университета. Нефтекамскому филиалу БАЖГУ уже 13 лет. За это время высшее учебное заведение выпустило более 4000 специалистов. Для северо-западного региона это, безусловно, большой плюс. И то, как скоро выпускники смогут найти работу по своей специальности, покажет, правильно ли они выбрали профессию и вуз. Диана Мустафаева, Денис Кузнецов, информационная программа «Время новостей».